пьяница. А вы вообще знали, что, оказывается, опьянеть может не только человек, но и животное? Причем по-настоящему, со всеми вытекающими признаками. Не верите? Тогда просто посмотрите на эти кадры, которые сняли в 2015 году в Нью-Йорке. На этих кадрах запечатлен пьяный енот. Его обнаружили работники склада в Бруклине, где как раз-таки хранился алкоголь. Придя утром на работу, они обнаружили енота, который, видимо, всю ночь как следует тусил. Зверек и правда немного перебрал, ибо он шатался из стороны в сторону и вообще не мог сохранять равновесие. На следующий день у него явно болела голова. А вообще интересно, почему этот енот решил так напиться? Может быть, у него был на это повод? Дружба навеки. Добавим вам немного Милоты в подборку. Эти двое маленькими шажками становятся все ближе и ближе друг к другу. Ну а что лучше всего может укрепить столь необычную дружбу? Конечно же, нежный поцелуй. После такого даже и расставаться не захочется с этой милой девушкой.